Привет! Это видео о головном звуке. Есть два простых способа найти этот резонанс и усилить его. Первый называется незакрытый кран. Нужно представить себе кран, из которого сочится вода. Буп, 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 буп. Падает так по капле. Снизу, сверху вниз. Буп, буп, буп. Очень важно думать, делая это упражнение, думать сверху вниз. Буп, буп, буп. Потому что кроме того, что этот звук хорошо раскрывает головное резонирование, он еще убирает ощущение головного голоса как чего-то высокого, чего-то труднодостижимого, до которого вот фиг дотянешься. Второй способ – это легкое постукивание пальцами себя по лицу на звуке ГНГМ. Такие постукивания, несмотря на то, что выглядит, наверное, достаточно глупо, они позволяют гораздо лучше почувствовать резонирование в маске и усилить его.